Доходная часть бюджета Нижнего Новгорода в этом году вырастет почти на 1 миллиард рублей. Изменения в бюджет были одобрены сегодня депутатами городской думы. Прежде всего, дополнительное финансирование пойдет на благоустройство города, подготовку школ к учебному году и поддержку предпринимателей, пострадавших из-за ограничений по коронавирусу. Часть средств дополнительно пойдет на реализацию губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать», в частности, на установку и ремонт спортивных площадок. Их устанавливаем в тех местах, которые определили жители. Выделяем еще 65 миллионов рублей на переоборудование и ремонт в общеобразовательных учреждениях. Это дополнительно к тем средствам, которые были изначально предусмотрены в бюджете города Нижнего Новгорода. Бюджет города по-прежнему сохраняет социальную направленность. Большая часть расходов идет по социальной сфере. Это образование, это социальная политика. Но значительную часть с текущего года у нас занимает расходы инвестиционного характера. Это строительство, это капитальный ремонт, в том числе дорог.